Всем привет! Сегодня у нас на обзоре протяжной станок для шпон-пазов Rausch. Простой как лом, надежный как кувалда. Все очень просто. Устанавливается втулка необходимого диаметра. Втулке сбоку прорезь. И сверху вставляется протяжка. Зацепляется протяжка вот в этот зацеп. Нажимается кнопка. Протяжка притягивает вниз до самого низа, пока внизу не выпадет. После этого она достается, ставится вот сюда, вот в этот упор, и деталь меняется. То есть, но в самой смене протяжки снизу вверх есть как бы такая подковырка. Можно задуматься, запутаться, либо еще что-то, и нажать вверх, когда протяжка находится в нижнем положении. Она здесь, то есть это опускается вниз, и протяжка торчит вот здесь, вот просто болтается. И надо вот так вот взять и вытянуть. Тогда она, получается, упирается вверх и ломается. Мало того, что протяжка сама стоит там в районе 1000-1500 евро, так это еще и очень опасно, так как она твердая, и все осколки тут разлетаются по разным местам. Такое уже было когда-то давно. Сам станок вот такой, как жираф, как шкаф, высокий. Мощная маслостанция, мотор такой не маленький. Концевики по бокам, видите, верхнее положение, нижнее положение. Вообще должна быть автоматика, которая не дает нажать старт, если протяжка внизу. Но тут ее либо не доделали, либо переделали. То есть точно так же вот эти у нас меняются. Здесь можно делать шпон-паз либо по вершине зуба, либо по углублению зуба. То есть вот так вот получается у нас.